Привет, это Реборн. У Мармока вышел новый видосян, называется «Деревня смеха» по Resident Evil Village. И много модов. Я так понимаю, Мармоку очень понравилось делать всякие игрульки с модами. Ну, типа GTA у него было с модами, четвертая, потом у него RDR вторая была с модами. Теперь он решил Resident Evil Village сделать с модами. И я думаю, здесь будет что-то такое же мега офигенное и трешовое. Так что погнали смотреть. Resident Evil Village. Вот отступление. Я, так как вы мне четко дали понять в комментариях под предыдущим видео, что вам нравится, когда мы унижаем разные игры. Или они вас унижают. Там, блять, ну охуенно, мне нравится с модами. Оба эти ролика с модами, которые мы смотрели, мне прям безумно зашли, я прям дико угорал. Сегодня у нас будет очередная игра Resident Evil 8 Village. Я, блин, до конца ее так и не прошел. Прошел только... Ну, короче, час где-то поиграл. Мне понравилось, но так лагало и эти почему-то кат-сцены, что пришлось ее сдать. Эту игру я прошел много раз, но эту игру я вчера уронил в чан под названием Nexus Mods. И сегодня мы будем смотреть, что из этого вышло. Так что давайте начнем с озвучки меню. Что это? Чё? Чё? Это гачи? Режим игры, я думаю. Риская, обычная, хардкор, шутка, дюрёв. У нас будет что-то типа тяжелого, да? Пожалуйста, останови, не могу. Много не... Тихо. Не шутился, конечно, вообще. Гачи, хоуми. Глаза и уши свету. Там, оказывается, можно было выбирать, типа, от первого лица или не от первого. Мне от первого удобнее вообще играть в игры. Но, блин, по идее, типа, реет всегда не от первого, но я люблю от первого. Той водой полили и поехали. Ты здоров, взял с полнодетия. Боже мой, что? Какая жесть. Что там? Пошла без сына. Ты видишь, какой там сын? Блять, такого не грех оставить, да? Что это? Это настолько поломато все. Да, да, я думаю, да. Да, да, я думаю, да. Да, кстати, с первым днем зимы вас. Зимы, по крайней мере, я это записываю в первый день зимы. У вас уже, скорее всего, второй, но в любом случае. Все, я ей вернул обычную скорость. Давайте начнем. Подожди, а это твой... В смысле, обычную скорость? Его лицо, да, это твой персонаж. Весь вот... А прикиньте, теперь у персонажа, у главного, типа, лицо другое. Вот это вот лицо персонажа, серьезно? А я думал, вообще там какой-нибудь хлеб. Да, сын ведьва отца. Такой фольклор. Такой фольклор. Это хурмы переело, что бывает. Когда ты купил самый дешевый курс по актерскому мастерству. О, да. Теперь я могу вот так вот делать. А на сколько процентов она усилена сейчас? На 400%. На 400 и хера. Понял. Да, я это прекрасно помню. Я хочу такую переозвучку. Что за скрипели? Слушай, я не понимаю, она какая-то непропорционально огромная. Или у нее руки огромные, или что? Она нормальная, да? Вот эту лыбу давит, блин. Не очень, я бы не сказал. Мне показалось, что у нее руки какие-то слишком большие. Она... Руки огромные, как мужские. На антидепрессантах. Ну все, бойся, дуэнгелочек уснул. Спи, дорогой, завтра будет... Какой кринж, Рил. Там уже написано «Добавь кринж». Я бы твоей жене... Хуя он побежал, блин. Ничего. Вообще, я хочу видеть лицо, с которым она готовит. Покажи лицо, с которым она готовит. Увидел. Доволен? Я не особо. Лучше бы нет. Вообще не парится, что что-то туда подсыпало. Знаешь, откуда эти шрамы? Я много улыбалась. Мадам подходит, явно и... сегодня не первую бутылку открывает. Ой, а! Ее же кончают. Ой, а, так настолько? На наших глазах происходит криминал. Ничего себе, она... Фига себе, потом сколько крови. Вы жила хотите сказать? Бля, зажмурилась.
Как же я Аркаше не завидую сейчас. Он и так сюжет этой игры не понимает, а тут еще... В смысле, не понимает, это безумие. Так. Твою мать! Этого я не ожидал. Никто не ожидал. Мой малыш плачет! Никто не ожидал. Верни мне дочь! Так кто из вас ваша дочь? Кто из вас... Поменяйтесь головами! Моя сын... Кто из вас плачет? Это, кстати, логичный вопрос, как мне кажется, нет? А что еще опасного нас может ждать? Офигеть. Так ты shift нажимаешь, да? Да, это спринт. Охренеть. Вот это спринт, конечно, блин, это называется спидран. Каждый раз, не могу не налюбоваться. Нет, это сказалось очень красиво выглядит. Да, это Хогвартс. Серьезно, это Хогвартс? Подожди. Он на метлу сел. Паны за 40 гривен, блядь. Бляшка. Он даже знает, куда бежать уже полностью. Прошел игру 1000%, да? Панашка, нужно чем-то сломать этот ящик. Можно сломать силой. Не надо. А, я нашел ложь. Самосмертельность с ложкой. Ну все. Это моё. А что, что она такая здоровая? Не, нормально? Это ложка для людей с широкой костью. Что-то такое было? Серьёзно, да, такое. Там должен быть нож. Было по сюжету? Да. Ну, да. Вот сейчас суп будем есть. Вот тарелка, там суп. Сейчас мы сядем и будем есть суп. Хоба! Дедушка, да. Блин. Так он же попал. Или не попал? Он попал в неприятности. Я его сейчас ложкой отымею. Дед нормальный. Он нормальный? Его не затронуло. Дед нормальный. Либо он был очень безэмоциональный. Не, он нормальный. Да, дед нормальный. Хочу сделать его. Странно, что дед нормальный. Охренеть! Но это слишком большое, мы не видим его! Ладно, сделал поменьше. Сам... Дед орует. Эй, дед, ты куда? Сломал его. Ушел. Это вместо пистолета банан. Бастон! Бастон! Это мне, спасибо! Это мое оружие, если что. Я... Блять, я сейчас лопну нахуй. Сука, он перезарядил его, достав из кожуры, чё? Зарядил кожуру. Так как тут сейчас начнется безумие полнейшее, самое время сообщить, что врагов я сделал очень быстрыми. Твою мать, лестница. Но в то же время очень уязвимыми, как эта ступенька, так что это своего рода баланс. Ой, нихуя, бля, они слишком быстрые. Почесал окно и ушел. Боже, это самые агрессивные коллекторы. Ебать, смотри, как его колбасит там. Я верну долг. А тебе нет такого ощущения, что они стираются об стены, пока пытаются войти? Ты же с таким еще звуком. Это будет сложно! Это будет сложно! Он грызет меня по Bluetooth! Подожди. По Wi-Fi это сейчас что-то плохое. Парень, да, он сейчас умрет. Я понял. Хорош. Блин, их же сейчас будет много на улице. Я это и имел в виду, да, на улице-то их много. Somebody do stole. Чуть это было. Интерфейс тоже в панике. Ну все, сейчас шерстяные Джеки Чаны будут пояснять мне за местную культуру. Боже. Куда он сдох? Он разбился об землю. Нужно сменить кожуру. А патронов? Как это заржачно звучит? Я думал, эта игра будет менее страшной, с модами-то, тумба-юмба. Я даже не успел пошутить, с такой скоростью они двигаются, подожди. Слишком быстро. Нет, я живой. Убежать. Я же тоже быстрый. Твою мать, эпилепсия больная. Ты вообще не понял, что происходит. Ты не слишком много накачал.
Он полчаса, блин, перезаряжается. Всякого, нет? Я не успеваю перезаряжаться. Мы тебе сосок отгрызли, пожалуйста. Перезарядиться. Да дайте банан перезарядить, ёкало мене. Меня бьют. Бля, я слышу, как крутится планета. Что это? Вот чё? Бля, что происходит нахуй? Трансформера насилуют. Что? А, мужчина этот пришел. Боже, блядь, до свидания. Я вообще ничего не понимаю, что происходит. Я его убил. Ой, жесть, ни хрена себе его разобрал. О, тип исчез. Ну, тихо, спокойствие немножко дай. Вот, я в углу, стой, забейся. Я успеваю, не буду паники. На реакцию буду брать. Вот это и мап. Там сколько говна, смотрите, валяется. Пока, конечно, разминочно для КС. Пока время есть. А! А! Бля, я не успел среагировать. Я испугался, я чихнул. Перезаряди банан. Идет! Блядь, зря перезаряжал. Ребята, не моргайте, пока смотрите это видео. Слишком быстро. Так, спонсор. Ух ты, сяч. Мне сейчас в эту... Старик и дочь. Бля, твою старик, мать. Что здесь? Еба, наконец он изменился. Ай, другой. Ему холодно. Этому деду нехорошо. Хорошо, он так устроился, мне кажется. Назад. Старик, спокойно, мне не нужна твоя пенсия. Назад. Я отворил ворота для вас, мистер. Что? Он разъебанный. С лицом. Вьюга-то какая стоит на улице. Лицо развивается аж, да? Красивая у вас дочь, мистер. Мистеру плохо. Отец умирает от скручивания, ебал. Он видит. Собрался обратно. О, все. Расслабил мышцы. Расслабил, да. Понял или нет? А нет? Нет? Да нет. А че он так успокоился резко? Инфаркт ебало предотвратил. Это просто какая-то деревня плохих актеров. Просто. Это тот случай, когда плохо. Да ладно, плохих, блять, ты сможешь так отыграть? Нет, вот и не надо. Ну, актеру заплатили много денег, и он старается. Она вкладывается в каждое свое. Движение, понимаешь? Она вот во всем на максимум. Отрабатывает каждую копеечку. Да. Можно здесь сохраниться. Боже! Блять, как это неожиданно. Вот это озвучка. С такой я обычно кончаю. Бедная жена. Что это? Тучный мистер. Наш друг. Очень толстый мужчина, да? Бля, он еще больше стал, да? Он вывалился, конечно. А с прической-то что? Или он такой был? По лицу. Да, я забыл, что я ему... Прическу поменял немножко. Но стайл поменял, да. Я считаю, что он слишком маленький. Ух ты! Боже, взлетел, что за туча! Сейчас на тебя прям упадет! Я хочу увеличить его до максимального значения. Вот это задница! Жабль! Че он так далеко? Пусть сядет, потому что свой домик. Морской искусство. Замок леди Димитреску. Мы дома. Блять, Сквидвард какой-то странный. Что, Сквидвард на картина? О, какая красивая картина. Он такой квадратный, так идеально помещается. Я согласен. В эти рамки. Рамка идеально подходит стилистика к портрету к этому. Да, вообще идеально, блядь. Сука, они реалистичные, да? Это уже эротика. Голая губка, Бон и Патрик. Что там у нас значит? Матриархальная ячейка. Да, я это прекрасно помню. Она говорит со мной из кухни. А почему она вернулась обратно, типа, в неуважение? В прошлое. Женщина, занятая женщина. А потом они спрашивают, почему им изменяют таким женщинам. Ты что-то сказал? Нет. Я молчал. Услышала, сука, да? Она уже сжимает нож в руках. А что он решил это реально, типа, добавить сюда? Надо было вначале это оставлять. Блин, а леди... Какая она стрёмная стала. Митреску к лицу это длинный нос.
Вообще ни разу, ты чё? Сиськи, правда, какие-то фарфоровые у неё. Я смотрел в свою на сиськи, потом резко поднял лицо. Не надо было. Так же, как и мы, да? Лицо, да. Не надо было. Где этот? Сохрани. В целом было и лицо её, нет? Ладно. Я сохраню. Ой, что это было? Да чё, оно просто уже в прошлый раз такого не было. Это в конце нравится каждый раз. А, всё-таки это было, да? Боже. Бля, она сейчас сожрёт твою руку. Хуя. Всё-таки вентилятор. А кто там должен был быть вместо него? Всяко по мелочи. Ку-ку. Будто пенсионеры из дома престарелых сбежать пытаются. Это выглядит опасно хоть в какой-то степени. Но если я засну по дороге, то возможно на меня запинают. Ну а так я не думаю. И запинают? Мне кажется, пока его рука будет нога точнее лететь, блин, нихера с тобой не случится. Нужно следовать за пуповиной сейчас. А, маленький, огромный риб, огромный маленький риб. Огромный младенец, вот, наверное. Да, что теперь будет? Он тоже будет огромным младенцем, блин. Ха-ха-ха, я ему тянка. Твою мать. Это пиздец жутко. Она немножко выросла. Ну, а теперь это здесь не страшно. Ничего, бля. Начал жрать ноги. Рубильники. Я хочу ползти, мне так больше нравится. Блин, он ползет как-то слишком быстро, вам не кажется? О, я люблю рубильники всякие. Звучало довольно странно. Как будто есть какая-то потайная комната дома, где мне есть рубильник. Интересно, они до сюда доходили за один раз или за несколько сеансов? Потому что, мне кажется, сюда уже как минимум часа три надо играть. Я не знаю, я просто играл только час всего. И то дошел вот до момента, где с дочкой и батьком зашли вот этот дом. Открывающийся шкаф, в котором куча. Мне нравится анимация! Смотри. Чувствуется тяжесть. Блять. Охуенная анимация. Я забыл. Надо было сюда добавить колбасу какую-нибудь докторскую. А, блять, честно. Святая моча. Или что это? Это клей? Если... Какого хера? Если в двух словах описать молдавскую медицину, то вот это. Нихуя себе, я хочу такую медицину слышать. Блять, просто рука приклеилась, офигеть. Матерь Миранда, вот это у вас заросли. О, матерь Миранда, пустите меня к себе на босс-файт, пожалуйста. Либо сходить это, в спа. Руки вверх, у меня банан. Это как будто бы в каких-нибудь этих фильмах про полицейских комедийных. Вот это бредятина, начни с этого ролик просто. Ужас какой. Положи моего сына, дочь бородатого на пол. Да ты охуела, это мой сын, я его первый нашел. Боже, она битбоксит. Реально похоже. Что она делает? Я не понимаю, я ее убил или нет, она единственная так долго умирает. Ты можешь ускорить как-то процесс ее умирания? Ну я... Мне кажется, этого не понял, это не поможет. По-моему, такой цепь тебя должен был устроить. Все закончилось. Наконец-то. Лежит мелкий мужик. Малыш. Наконец. Это просто гадость. Что мы спасли дочь? В смысле? Пойдем побрею тебя, я новые станки купил. Блять, я хотел катсцену ускорить, но кажется, я ее сломал. Что, он факт показывает ему? Отсутствующим пальцем. Ты что за финальная сцена так? Я всю концовку. А, это прям финале уже? Нифига, они целую игру прошли за раз. Бастиан, я ни хрена не понимаю. Я, кажется, полностью похерил катсцену, извините, ребята. Что за ракурс оригинальный? Кто? Где Итан? Хуй его знает, мы сами не знаем, где Итан. Я был режиссером этой игры. Что за, блядь, смена ракурсов безумная? Это фантазия для фантазии. Что это за артхаус происходит? Я что-то не туда нажал. Что только непонятно, да? Блядь, какое у него лицо? Его вига. Я просто даже не знаю, какая там должна быть касцена в конце.
На слова здесь, ребят. По степени это просто 100 из 100. Посмотри на это. Куда мы улетаем? В грудь. В подмышку теперь. Что вырезалось? Это кто? Это он? Это, блядь, это Дарт Вейдер, что? Это кто? Кто это лежал, мертвый? Это горы. Горы. Подожди, а кто мертвый лежал в корабле? Что за х**а? Я его не знаю. А что ударилось об корабль? Это птица? Это самолет. Нет, Супермен. Возможно, это была часть тела Итана. А это что за ракурс? Божественный. Что это? И куда ребенок? Охуенно, блядь. Еще и самолет прыгает. Какая-то хуйня непонятная. До свидания. Вот это концовка. Не хватает взрыва здесь в конце. Бам, блядь, всю карту нахер. Фу. Вот тебе и взрыв, да? Спасибо за просмотр, народное. Там все. Если у меня получилось вызвать на ваших лицах хотя бы улыбку, пожалуйста, оцените это видео. Ну а я с вами прощаюсь. Я охрененный просто ролик. Здесь был грёбаный мармок. Кстати, в описании ссылка на... Не, конечно, RDR 2 как будто мне больше понравился, но это все равно офигенный получился. Наш GTRP-сервер, на который вы можете зайти, да, если вам скучно. А еще, если вам скучно, вы можете написать в комментариях, как у вас прошел этот год, потому что год уже подходит к концу, и уже нужно делать для себя хотя бы какие-то выводы. Я с радостью полистаю, почитаю ваши комментарии на досуге. Увидимся в следующем видео. Пока. И этой рамкой, блин. В бан? Так. Это конь ебенится, я не понимаю, что происходит с конем. Что вообще тут за вакханалия? Чего? Чего, блядь? Офигеть. Это прорывает. Галдиум левиасан. Левиасан. Так, давайте я запущу. Сейчас были звуки в игре или у меня в голове просто? Можешь сказать, что это в игре звуки? Это в игре, это в игре. Это тоже было в игре. Это Олег встал. Охуенный ролик. Спасибо большое Мармоку за понятое настроение. Надеюсь, и я вам его поднял свои реакции. Если это так, то лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики с интересующей ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.